Всем привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий Шпак. И долго я не выпускал видео, здесь немного громковато, я надеюсь, меня слышно. Хочу сказать большое спасибо, нас уже 200 человек. На данный момент 209, когда я последний раз смотрел. И это Ночной Таллин, сегодня такой маленький спешл выпуск. Покажу, как мы иногда тусуемся с друзьями. Так что, погнали! То чувство, когда ты в новом районе и ни хрена ничего не понимаешь. Повезло же мне с друзьями, живу далеко. Ни кукошеньки не понимаю. Вот это меня привлекло. Итак, куда мы едем? Мы едем в бар, по названию бар. И там как раз, поскольку сегодня 8 марта, девушкам вход бесплатный. Дагмар. Поскольку девушкам вход бесплатный, коктейли тоже бесплатные, мужчинам надо платить. Мы едем туда смотреть, как группы выступают. Джаз-рок группы будут выступать от производителей Psycho Billy. То есть будет очень интересно. Увидимся там. Итак, мы в бар-баре, и будет очень классно, сегодня день девушек. У нас наши дамы, Илона, Дагмар, я и Олег. Олег. С такими, как сказать, инициалами можно попасть внутрь клуба. Так что имейте в виду, ребята. Вход 10 евро, мы пришли не вовремя, так что бесплатного напитка для девушек нету. Мы пьем вино. У меня 4 бесплатных было. Илона получила свой напиток. Мы не получим свой напиток. Ты не получил, ты не баба. Я парик забыл. Что у нас в клубе будет? У нас в клубе будет. Я думаю, Олег, Psycho Billy были уже? Нет, ничего никого не было. Мы пришли вовремя. Мы увидим все группы. Олег, как прокомментируете ваше первое выступление с Psycho Billy? Нормально, народ хотя бы умеет кадр у меня, наверное, 18-й. Следующее утро. Кому-то после вчерашнего вечера плохо, кому-то вообще хреново, но мне нормально. Все следует из этого извлекать. Пейте меньше алкоголя, будете здоровы. Я на этом видео не хочу оканчивать. Хочу немножко больше показать еще этого дня, что будет, потому что еще один праздник будет у моего знакомого. Будет такая вещь, как open mic, и
там, в принципе, можно будет выходить на сцену и петь. То есть микрофон для всех свободен. Спасибо, спасибо. I appreciate this community. Вот. Ну и еще перед этим скажу быстренько на свою вторую работу и сделаю пару проколов. Посмотрите, насколько это все интересно. We'll be right back.
начинаем. Это Сид, друг Дима, автор. Здравствуйте, дорогие подписчики Дмитрия, не-не-не. Автора. Они все друзья, они не считаются подписчиками, ни капли. Значит, у тебя нет реальных подписчиков. У тебя есть друзья в подписчиках. Сам себя наебал, короче, прикинь. Ладно, нормально. Их 200. Нас уже 200. Нас уже 200. Спасибо. Вместе мы большое. Сила. Вместе мы сила. Когда Путин нападет на наши свободные так, земли... Так. Ладно, политику не затрагивай, похуй. Ютуб еще прикроется. Я в этом не участен, но как бы мне тоже приятно, пиздец. Надо делать так, чтобы, знаешь, как этот, блядь, сейчас современные блогеры так раз, потом обрезка, и ты, блядь, сука, чтобы, блядь, люди блевали, короче, постоянно медитация из-за блядь. Пиздец, как меня это бесит. Вот. Хорошего вечера. А о чем контент у тебя на Ютубе-то, блин? Рандом. Просто рандом и все. А политики можно, а религия? Я больше по таким темам. Религию можешь затрагивать. Расизм тоже моя любимая тема. Ну, не, одна из любимых расизм тем. Не надо. Я не хочу, чтобы меня да? потом прикрыли или что-то. Блядь, хуёво дело, ну ладно. Короче, ну, ладно. Тоже новость. Любой расизм можно прикрыть историческими фактами. О Германии 40-х годов, например. Это тоже правда. Ну, Сид, я хочу сказать своим дорогим друзьям. Я приобрел визу в Россию. Красавец, я тоже скоро собираюсь. Я съебываю отсюда. Почему тут зарплата хорошая? Путину, к царьку. Да я шучу, нахуй. Не, я просто родни повидать. Вот что я хочу этим сказать. Ребята, нас 200 человек. Если кто-то захочет в Петербург, приезжайте. Можно будет встретиться. Даты будут потом, когда... будут отпускные, я точно дам знать. Спайсами ебанемся, ребят, нормально будет, что? Вместе. Устроим какой-нибудь перформанс, разденемся нагло, обмажемся краской, короче, по стенам кататься будем. Такое уличное граффити, прикинь, выходишь такой, блядь, с утра просто за хлебушком, и там какие-то пидорасы с другой чужой стороны катаются по стенам в краске, блядь. О боже мой. Бля, это ебанет, я тебе говорю, подписчики. Друзья. Если кто-то, друзья, если кто-то... Его друзья, если кто-то это сделает, на самом деле, блядь, я даже не обижусь, я даже копирайт не поставлю, это, блядь, дикая дичь будет, люто. Ну вот, еще раз, спасибо большое, с Новым годом всех, счастьем, с прошедшим Новым годом. А с бывшим 8 марта? На этом все, эпизод заканчивается, и кулачок.